Да, хорошо, я, значит, сделаю вот так сейчас, извини. Я играл на разогреве у БГ. Вот, ну это на самом деле курьез, конечно, был. Мы просто ставили ему аппаратуру, вот, потому что договорились, что он сыграет таки концерт уличный у нас в Рязани перед концертом филармонии. И, ну, вроде аппаратуру расставили. Вот, взяли гитару, ну что, надо попробовать звук, раз, поиграли, так, колоночка, там что-то не строит, там, так, раз, да, и исправили, ну-ка попробуем, поиграем аккорды, ага, хорошо, а тут уже и народ собирается, а, может, песенки попеть, ну и попел песенки, вот, а потом, значит, появился БГ, поблагодарил, все хорошо, и вот он, значит, уже начинает играть, и я вот рядышком, прям рядышком с ним фактически стою, слушаю, вот, и начинаю осознавать происходящее. По-моему, я сыграл на разогреве у БГ. Да. Ну вот, как-то так, в общем-то, это было. Но мне на самом деле это все очень так интересно получилось. Класс. Вот. Собственно, я сегодня не об этом буду петь.